Всем привет! Это канал Canada Cars. Автомобили из Канады во все страны мира. Меня зовут Алекс. В этот раз мы подготовили интересную опять распродажу для любителей, для фан-клуба Audi Volkswagen. Распродажа будет проводиться 21 июля во вторник в городе Торонто от компании Volkswagen Group. Коротко в предисловии хочу рассказать немножечко о нашем сайте. Посредством нашего сайта вы можете, в принципе, быстро связаться с нами вот посредством вот этой вот говорилки. Вот. Также есть все наши контакты в рубрике «Контакты», там и всякие WhatsApp, Viber, Telegram, посредством которых вы сами сможете напрямую связаться. E-mail, естественно, все необходимое. Вот. Но все последние видео мы выкладываем на наш, получается, сайт с нашего канала, с YouTube-канала. Вот, это все дублируется. Вот, и в том числе там и отзывы клиентов, и горячие лоты на следующей неделе, все такое, да. То есть, и в рубрике «Как заказать» вы можете ознакомиться с условиями, вот, получается, как это все производится, там все подробненько расписано. Все указаны сайты, с которыми мы работаем, ну, ресурсы, скажем так, в Канаде, расценки наши. Ну и естественно, что хочу еще раз, на что хочу обратить внимание, если вы, допустим, хотите заплатить задаток, не выходя из дома в течение там секунд, буквально считанных секунд, вы можете это сделать по PayPal через вашу карту, буквально внести там сумму, там, допустим, $2000 или $1000, нажимаете кнопку, там у вас дополнительные появляются опции, вопросы. Вот. Ну и те, кто связан с WhatsApp, с этим PayPal, они понимают прекрасно, как это все работает. И некоторые клиенты уже стали нам оплачивать именно по PayPal. Так для некоторых людей удобнее, чем бежать в банк. Тут за считанные секунды деньги приходят к нам на счет. Ну, это такое маленькое лирическое отступление. Сегодня мы будем говорить о распродаже, распродаже от Volkswagen Group, и в основном будут продаваться Audi Q7, то есть Touareg'ов практически нету, а вот любители Audi Q7, там больше 30 машин, кое-что мы выбрали из бюджетного сегмента, это вот Passat'ы, да, Volkswagen'ы, которые у нас тоже часто спрашивают и покупают, дизельные только будут, значит, и... Ну, это будет Audi Q7, больше 30 машин. То есть распродажа тоже не маленькая, поэтому поторопитесь и обращайтесь к нам своевременно, чтобы не кусать потом себе локти о том, что вы не успели на ту или иную распродажу. То есть, ну, все имеет, как говорится, свое начало и свой конец. И, естественно, все эти распродажи, они не вечны. То есть, ну, определенное количество машин у Volkswagen Group есть. Volkswagen Credit, да, вот Canada Credit. И, естественно, когда они закончатся, их просто не будет уже, нечего будет продавать. А пока они есть, пользуйтесь моментом, пользуйтесь шансом и покупайте вот эти дизельные автомобили Audi Q7 без всякой пневмоподвески. Они с простой подвеской, очень надежные, очень живучие, мягкие, до безобразия мягкие машины, не знаю, там немцы молодцы в этом плане. Вот, и... Машины очень экономичные, то есть в основном все семиместные. Ну все, то есть презентацию, как говорится, сделали. Давайте переходим непосредственно к осмотру тех лотов, изучению тех лотов, которые будут продаваться во вторник, 21 июля в городе Торонто. Побежали. Вот, первая машина у нас Audi Q7. 2010 года, 3.0 турбодизельный двигатель. Двигатели только дизельные. Практически бензиновых у нас нет, вот этих Audi Q7 и Volkswagen Touareg. Это большая очень редкость. Поэтому они практически все бензиновые. Ну, смотрите. Вот это Audi Q7, она S-Line. Сейчас я вам покажу ее фотографии. Пробег у нее, как вы видите, 360 тысяч километров. 2,3 балла. Состояние. Кто захочет, мы предоставим информацию по той или иной машине. Я имею в виду по вот этому отчету о состоянии. Вот ее ВИН-код. Машина продается вот 21
июля в городе Торонто на аукционе Манхейм. Ну, теперь давайте пройдемся быстренько по фотографиям, покажу вам. Вот этот автомобиль. Какая связка ключей, как вы видите. Все ключики, там 4 штуки или сколько. Вот, то есть машина 7 мест, видите. Сиденья у нее сложены. Ремни, все. Показывает, что там все 7 мест у этого автомобиля. Вот, и тут, в принципе, написано третий ряд сидений, 7-местный этот автомобиль. Ну, вот, у нее, в принципе, куча-куча наворотов у этой машины. Значит, смотрите. Опять-таки, согласно последних тенденций нашего опыта, вот такую машину под ключ в Украину, в Одессу, за пределами порта можно уже сделать где-то около 16 тысяч долларов. Если вот с таким пробегом ее купить. 16-16,5 ее можно вполне реально выиграть и сделать уже под ключ со всеми затратами. Она будет в Украине, в Одессе. Вот. Дальше вы уже можете своим ходом забрать, перевезти в свой город, либо мы вам можем организовать доставку прямо до вашего города. То есть вот это первая прекрасная машинка, которую мы, как говорится, начинаем с нее обзор. Вот этот фан-клуб, как говорится, Audi, Volkswagen, да, то есть продает ее тоже Volkswagen Group Canada, как я и говорил вам. Вот, и вариант очень хороший, если вы не брезгуете пробегом. То есть машина, вы прекрасно знаете, что коробка скоростей у них Aisin, коробка скоростей тойотовская, двигатель очень живучий, миллионник двигатель. Вот, и подвеска, простая подвеска обычная, без всяких пневмо, без ничего. То есть очень мягкая машина. Ну, то есть, в принципе, тут особо там ломаться и нечему. Вот сколько мы машин видели с огромными пробегами, даже вот эти вот там под 400 тысяч. Работает как новенькая, как часики. Вот никаких нюансов, к чему можно придраться. Ну, окей, идем к следующей машинке. Следующая машинка у нас Audi, тоже Audi Q7, но не S-Line. Видите, нет значка. То есть это комплектация простая премиум. Это тоже дизельная машина. Пробег у нее не намного меньше, чем у той. 351 тысяча километров. Вот ее ВИН-код. Тоже продажа 21 числа в городе Торонто, Манхейм. Ну и продавец, вот вы уже видите сами, кто тут продавец. Значит, машина 7-местная. Давайте посмотрим ее фотографии. 2,8 балла состояния. Ну, где-то, видимо, царапинки есть там, коцки какие-то острые. Лючка нету, видите. Панорамная крыша у всех. То есть это тоже очень приятный такой немаловажный момент. Вот. Ну, такая вот цаца интересная. Смотрите. То есть, исходя из последнего, как говорится, нашего опыта по цифрам, по всем вот этим вот спросу на эти автомобили, такая машина будет уже под ключ примерно с учетом растаможки, всех затрат абсолютно в Украине, в Одессе, за пределами порта Одессы уже растаможенная, брокерские, все сборы абсолютно. Вот, вручили вам ключи, и вы дальше поехали. Такая машина будет тоже стоить около 16,5 тысяч долларов США уже под ключ. Окей, бежим к следующей. Следующая машинка у нас 2012 года, как вы видите. Тоже это не S-Line. Или все-таки S-Line? Давайте посмотрим. А, вы знаете, это все-таки S-Line. Ха-ха, интересно. Да, вот значок S-Line. Значит, да. Да, по дискам видно, что она S-Line. Точно. В общем, смотрите. Ну, тогда еще лучше. 2012 год, S-Line. Но смотрите, какой пробег опять. 343 тысячи километров. То есть вот у нас появились просто множество трассовых автомобилей, которые ездила, ну, нормально, в принципе, там по 40 в среднем тысяч километров в год. Вот вам и набежала примерно такая цифра, 40-45 тысяч километров в год. Но это, в принципе, не запредельный пробег годовой. То есть машина без пневмоподвески, очень живучая, классная.
ломаться особо нечему, то есть это хороший автомобиль. Вот. И оценка состояния 1,8 балла. Если она вас заинтересует, мы вам предоставим всю информацию по ней. Вот, предоставим этот отчет о состоянии и поговорим непосредственно за этот вариант. Вот. А так, под ключ такая машина будет где-то примерно в Украине около наверное, 18,5 тысяч, 18-18,5 тысяч долларов США. Уже она будет в Украине растаможенная со всеми расходами. Давайте посмотрим ее фотографии. Какая интересная, красивая. Диски шикарные. Такой у нее салон. Кстати, с 2012 года потолок у них у S-Line пошел черного цвета. Тоже такая фича. Очень гламурная, интересная. Мы показывали это в предыдущих обзорах. Ну, смотрится на самом деле красиво. Посмотрите. Отличная машина. 2011 год. Ну, на самом деле это 2012 год, но произведена она в 2011 была. Поэтому, но модельный ряд это 2012 года. Вот ключи у нее. Два ключа. Смотрю, у нее даже тормозы и диски, по-моему, новые. Ну, скорее всего, за машиной ухаживали, если столько она проездила без всяких проблем. Музыка Boss. Ну, то есть, собственно говоря, все эти коцки, все это мы вам покажем, если непосредственно именно этот лот вас заинтересует. Ну, окей. То есть, в принципе, цену мы озвучили. Вот 21 числа она продается. Смотрите, не пропустите. Если вам нравится такой вариант, звоните нам заранее. Ознакомьтесь с условиями заказа на нашем сайте canadacars.biz в рубрике «Как заказать». Если вас все устраивает, пожалуйста, обращайтесь к нам, звоните и делаем предварительную заявку на покупку машины. Окей, переходим к следующей машинке. Следующая машинка у нас Audi, тоже Q7, 10-го года. Не S-Line, простая. Вот ее ВИН-код. Вот пробег машины 336 тысяч километров. Ну и продается все то же самое. Вот ее состояние. Продается 21 числа. Машина 2010 года. Приблизительная цена на нее будет уже в Украине тоже где-то примерно 16,5 тысяч долларов за пределами порта Одесса. Вот. Смотрите, у нее. Что-то я немножко не пойму, что за салон. Ага, написано он браун, коричневый салон, видите? Интересно, необычная комбинация. Серая снаружи, коричневая внутри. шесть тысяч пробег у нее. Выдерживает же, смотрите, сколько ездит, без проблем, все нормально. Ходовка у них очень живучая. Шумоизоляция вообще шикарная. Мягкая машина. Классный автомобиль за такие деньги. Очень классный автомобиль. Не битый. Целая машина абсолютно. Без всяких там проблем. Вот у нее показано. Семиместная. Куча опций. Видите? Blind Spot Monitor. Ну и много-много-много всякое там, да? В общем. Вот эта машинка, если вас интересует, делайте нам скриншот с экрана. Отправляйте ее к нам, мы вам предоставим информацию по этой машине. То есть ее реально сделать вполне под ключ до Украины со всеми расходами около 16,5. Окей, бежим к следующей машине. Следующая машинка у нас тоже брат-близнец абсолютный. Аналог, как была предыдущая машина. Вот 2010 года Audi Q7, 3.0 турбодизель, дизельный мотор. Получается у нее цвет браун внутри, браун снаружи. Ну, то есть такая неплохая. Вот, в общем, тоже пробег не очень маленький, 332 тысячи километров. Вот такую машинку можно под ключ уже со всеми расходами тоже сделать плюс-минус около 16,5 тысяч долларов США в Одессе. Вот как она смотрится. Вот какой коричневый интересный салон. Ключей куча, никто ничего не потерял, не растерял. Чистый 10-й год. Вот такая вот цаца.
То есть, если вам она интересна, тоже можете обратиться к нам заранее. Как это делать, вы уже знаете. Я вам тут объяснил в этом, прямо в этом видео, и в принципе в каждом видео объясняю, как это делается. Окей, следующая машинка у нас идет Volkswagen Touareg. Вот. Ну, Volkswagen Touareg на этой распродаже редкое явление, их очень мало. В основном это распродажи с Audi Q7. То есть, вот, собственно говоря, Touareg только парочку на этой распродаже. Поэтому, в принципе, наверное, больше это привлечет любителей, вот эта распродажа, любителей Audi Q7. S-Line или простая премиум, ну, Audi Q7, скорее всего. Люди смогут насытиться вдоволь. Тут, пожалуйста, много их. Окей, по вот этому Volkswagen Touareg. Даже несмотря на вот этот большой пробег, все равно цена на него плюс-минус останется неизменно, где-то 16-16,5 долларов США. Она будет под ключ со всеми-всеми расходами. Уже в Украине, в Одессе, за пределами порта. Вот как она выглядит. То есть это все машины трассовые, которые ездили по автомагистрали. Сами понимаете, что там износ минимальный будет. Видите, чистый 11-й год. Я смотрю, салон очень ухоженный, чистенький. Видимо, за машиной следили, смотрели. То есть, вот она тоже продается 21 числа. Это все на одной и той же распродаже в городе Торонто. И продает одна и та же компания, вот Volkswagen Group Canada. Окей, если вас она интересует, связывайтесь с нами. И мы вам предоставим полный отчет по этой машине, дадим вам информацию. Переходим к следующей машинке. Следующая машинка у нас, ну, такая редкая цаца. На 21-х дисках, как вы видите. Вот это редкое явление. 2012 год. Вот этот, это S-Line. Сразу видно по значку. Уже пробег не маленький, 318 тысяч километров. То есть грей снаружи, блэк внутри. Продается 21 числа в городе Торонто. Вот, вот ее фотографии. Вот обратите внимание, хотел сказать, что с 2012 года руль уже нового типа идет. Вот две спицы вот так рядом. До 2012, 10, 11 включительно, просто одна спица. Здесь по одной, тут одна. То есть три спицы, а здесь получается четыре их в общей совокупности. Вот вся куча ключей, вся кипа висит. Потолок у них уже черный, как я и говорил, видите, стойки черные. Машинка вот семиместная. Что, вот такая вот интересная красавица. 2,8 балла состояния. То есть вот ее ВИН-код этой машины. Ну что, вот этот автомобиль 2012 года в Украине получится примерно, даже несмотря на этот пробег, вот этот S-Line, примерно где-то 18,5 тысяч долларов. То есть он получится уже под ключ за пределами порта Одессы. То есть, если эта красавица вас интересует, пожалуйста, вы нам можете звонить. Посмотрите, сколько у нее опций сразу написано. Видите, вот они. Огромное количество опций, которые, в принципе, даже не буду перечислять. Их реально очень много. Подогрева сидений, там и угол мертвых зон показывает, и 5-20, все, что хотите. Давайте переходим к следующей машинке. Следующая машинка у нас Audi Q7 2010 года. То есть тоже дизельный мотор, как вы видите. 3.0 турбодизель 7-местная, бэкап камера. То есть вот пробег у нее чуть меньше, чем у других. 315 тысяч километров, но все равно имеется пробег. Продавец вот Volkswagen Group Canada. Продажа 21 числа. Ну что, вот давайте по ней посмотрим. Не торопясь. Что, как, что. Видите, вот 10-11 год потолок светлый. А на 12 году он уже черный идет.
Итак, по вот этой машинке цена под ключ в Украине будет примерно около 16,5 тысяч долларов США на вот эту дизеляку. То есть, если она вам интересна, вот, либо можете вин-код нам скинуть, вот этот, либо скриншот с экрана. И мы уже согласно вот этого вин-кода, всей этой информации, перешлем вам информацию на ваш Viber там, или WhatsApp, куда вы уже скажете. Хорошо. Переходим к следующей машинке. Так, следующий у нас автомобиль. Это вот это Audi Q7 2012 года S-Line. Вот ее VIN-код. Пробеги у всех какие-то такие, да, не маленькие. Но, опять-таки, от этого зависит сильная цена. То есть, хотите пониже цену, пожалуйста, берите с чуть большим пробегом машины. Причем чуть больше пробег машины все эти по трассе ездили, поэтому они вам достанутся в хорошем состоянии, они не какие-то там убитые, заюзанные. То есть нормальные автомобили. То есть вот он 2012 год, комплектация S-Line, 312 тысяч пробег. Продавец вот до боли всем известен уже, как говорится, да? Манхейм Торонто продает. Но по вот этой машине тоже где-то в диапазоне 18,5 тысяч долларов США можно вполне постараться вписаться с этой машиной под ключ в Одессе уже со всеми расходами. Она какая в салоне. Да, хочу обратить внимание, кстати, часто очень у ваговской группы, да и у Мерседеса тоже светится вот эти вот check engine, да. Часто очень батареи мертвые у машин, их заводят огромными генераторами, вот эти бустеры подъезжают на грузовиках, на траках, специальный трак там Ford F450 и F550, большие, огромные, подъезжает у них генератор, они раз, щипцы свои подставляют, крокодилы к этому автомобилю. Вот, и большие пусковые токи дают и заводят эту машину. Ну и когда такой скачок напряжения на борту любого немецкого автомобиля, автомобиль дуреет немножко. И появляется куча ошибок. Это все надо будет потом стирать, и все будет нормально работать. Ну вот, вот такая вот машинка. Давайте я вам ее покажу. Кстати, вот видите, что-то тут человек перевозил и ободрал, видите, вот ободрана спинка вот эта вот получается. Ну, бывают кизяки, скажем так. Кто как пользовался машиной уже, но кто-то лучше, кто-то хуже. Ну вот, скажем так, если вам такая машинка интересна, может быть, за счет вот этих всяких там, скажем, ну, моментов, царапин, там еще что-то там, каких-то там износов. А за счет этого вы купите дешевле просто. Хорошо, переходим к следующей аудюхе. Вот. А следующая аудюха уже редкость такая, но в принципе такие машины не встречаются. 2009 года. Почти 300 тысяч пробег. Тоже, кстати, S-Line, но это в старой вот этой вот морде, старый там фар, если вы видите. Обратили внимание. Вот. Такую вот машинку можно, в принципе, свободно вписаться вот с ней, с этой машиной, с дизельной, уже где-то в 13 тысяч долларов под ключ. То есть 13 тысяч долларов вот такую машину можно привезти уже растаможенную со всеми абсолютно затратами. И вы можете ездить на этой дизеляке за такие деньги, вот дизельный двигатель у нее. В принципе, это двигатель один и тот же, тоже семиместная машина. Просто вот этот вот рестайлинг он по-любому произвел удорожание на автомобиль. Ну, то есть вот около 13 тысяч долларов можно такую машину сделать. Запомните вин-код, скиньте нам вин-код. Машина продается во вторник. Следующий вторник, 21 июля, на аукционе Манхейм в городе Торонто. Не пропустите варианты, варианты много, очень классные варианты. Так, следующая машинка у нас 2012 год, Audi Q7,
Комплектация премиум, это не S-Line. Пробеги уже пошли вниз, как вы видите. Коврики какие-то стрёмненькие. Вон какая кипа ключей висит. Тоже семиместная, как вы обратили внимание. Ну вот, смотрите. Такую машину можно, в принципе, 2012 года, ну, наверное, скажем так, можно сказать, 17-17500 можно такую вот машину. До 18 она будет стоить, такая машина. 17-18, скажем так, вот в этом коридоре вы точно впишетесь с этим автомобилем уже до дому, до Одессы. В Одессе вы ее заберете, либо мы вам ее можем доставить прямо в ваш город, где вы живете, в Украине. И у нас есть транспортники, которые нам возят эти машины по Украине. И, в принципе, мы его можем доставить прямо до вашего дома. То есть это все от ваших пожеланий зависит. Окей, то есть вот с этим все понятно. Давайте переходим к следующей. Так, следующая красота. Следующая красота у нас S-Line, как вы видите. 2010 года, тоже дизеляка. Пройдемся по фотографиям. Пробеги, как вы видите, уже становятся все меньше и меньше. Вот, кстати, хороший хозяин был у этого автомобиля. Потому что у нее коврики, вот если вы обратите внимание, это дорогие коврики компании Husky. То есть это тазики такие, они пластиково такие, резиновые. Ванночки, из них не вытекает никакая там вода от снега. Ну, грязь, естественно, вся оседает тут. И очень хорошая штука. Вот, в общем, смотрите, машина 2010 года S-Line. Вот ее ВИН-код. Уже пробег пошел вниз, вы видите, 234 тысячи километров. То есть, в принципе, такую машину можно сделать там около 17 тысяч долларов США под ключ со всеми расходами. То есть, если она вас интересует, скидывайте нам ВИН-код, скриншот этой машинки, и мы вам перешлем всю информацию. Condition Report перешлем и проконсультируем. Если захотите ее купить, мы вам ее купим. Окей, идем дальше. Дальше у нас Audi Q7. Тоже дизельная. Но пробеги, как вы видите, все меньше, меньше и меньше становятся. Да? То есть машина 2011 года с пробегом 229 тысяч километров. Вот ВИН-код машины. Ну и, собственно говоря, тоже она 21 числа продается. Давайте я вам покажу фотографии по ней. Видите, бежевый салон, коричневое снаружи. Хотя здесь написано Exterior Brown и Interior White. Но это не white, это просто там беж, наверное, все-таки. Никакой это не white. Вот у нее два ключа. Семиместная машина, как вы видите. Ну что, то есть, в принципе, вот этот автомобиль с этим пробегом, ну, его реально 2011 года, ну, тоже где-то сделать 17-17,5 тысяч долларов США. Все-таки это не S-Line, значит, где-то вот в этом диапазоне цены можно вписаться. Там 17-17,5 тысяч долларов США под ключ уже в Одессе. То есть, под ключ это значит, что машина растаможенная, доставленная, эти все брокерские портовые сборы оплачены, вам останется только поехать и поставить ее на учет. Больше ничего. Больше никаких оплат дополнительных в нашу сторону не будет, потому что машина у вас будет растаможена с пакетом документов, и ее можете ставить сразу, ехать регистрировать. То есть вот что означает машина, цена под ключ. Окей, переходим к следующей. Следующий у нас, какой интересный вариант. Volkswagen Touareg 2014 года. Комплектация Highline. Вот он ее. Пробег 223 тысячи километров.
Продавец, интересно, смотрите, кто продает ее. Tesla Motors Canada. Очень интересно. 20, тоже 21 числа. Ага, интересно. Еще интереснее ситуация становится. Потому что именно эта машина продается не на распродаже. В Торонто она продается именно на Манхейме, Монреале. Она у нас продается здесь. Соответственно, транспортные расходы будут минимальны на нее. Ну вот, посмотрите, какая красавица. Такая вот лапочка 2014 года. Коврики все резиновые, то есть у нее все есть. Ну, что вот по вот этой машине? Ну, в принципе, это вы знаете. А это не Highline, как они здесь пишут. Это Exec Line. Это самая дорогая комплектация. Вон музыка, DIN-аудио у него. Ну, вот смотрите. Такую машину, в принципе, 2014 года, ну, она получится где-то примерно около 25 тысяч долларов США уже в Украине со всеми расходами. Так как это все-таки 2014 год, она дешево не уйдет. Около 25 тысяч долларов США ее вполне реально купить. Самую дорогую комплектацию вот эту в оригинальном, с оригинальным пробегом. В очень хорошем состоянии, как видите, 3,9 из 5. Да, 5 это новая машина, 3,9 это очень будет хорошее состояние автомобиля. Очень богатой комплектации, с этим коричневым салоном, супер модным. Вот, темно-серое снаружи. Вот, ну, то есть около 24-25, вот так вот в этом диапазоне ее можно будет купить. Окей, если она вам понравилась, обращайтесь, вот ее ВИН-код. Продается 21 числа. Сделайте скриншот, присылайте нам, мы вам поможем эту машину купить. Окей, тут все ясно, машина в Монреале. Самая дешевая будет доставка. Идем дальше. Дальше. Дальше вернулись опять в Торонто. 2012 года. Audi Q7 S-Line. Вот ВИН-код машины. 215 тысяч. Уже, видите, пробег потихонечку все меньше и меньше. Ну, вот такая 2012 года уже... Будет она примерно около 20 тысяч долларов США в Украине под ключ со всеми расходами. Может быть даже 21 тысяча долларов США. Зависит, конечно, от цены покупки. Ну, как вы обратили внимание, ну, тоже семиместная машина, как вы обратили внимание, что все-таки какие-то машины бывают чистые, год, который соответствует модельному году и реальный год производства, бывает немножко разнобой. Да? То есть это, в частности, третий месяц 2012 года. Ну вот, то есть 20, ну может быть чуть больше она будет стоить, 20-21, вот в этом диапазоне. Например. Вы, если вдруг проявите интерес к этой машине, вы дайте нам знать, ВИН-код скиньте ее, и мы попытаемся вам ее купить. Бежим дальше. Так, дальше у нас вот такая прекрасная машинка. Под снегом еще фотография. Давно ее, видимо, фотографировали. То есть машина S-Line. Здесь даже сбоку не видно нормально. Машина S-Line 2011 года. Ее ВИН-код. Пробег ее 210 тысяч километров. Вот и... Вот, посмотрите на нее, на эту красоту. В общем, на прекрасных, на шикарных дисках. Вот такую машинку можно 2011 года, дизельную, это тоже дизельная, все автомобили дизельные, как вы вот видите. У нас в Канаде бензиновых машин практически нет. Я имею в виду из этих вот, из этого модельного ряда, вот этого кузова Audi Q7. Вот ее ВИН-код, значит, продается 21 числа, тоже не пропустите. И вот смотрите, такая машина, ее можно примерно 2011 года с таким пробегом, ну, сделать примерно 18-19 тысяч долларов США уже под ключ
в Украине. Наверное, все-таки ближе к 18 будут, скорее всего. Окей, бежим дальше. Следующий у нас вот эта красавица идет. Audi Q7 2012 года. С пробегом всего лишь 208 тысяч километров. То есть это все, как правило, пробеги трассовые. Ну, наверное, можно объяснить немножко специфику вот этих вот пробегов, скажем так, спецификой канадских городов и дорог, да, то есть в Канаде практически все крупные города, вот, допустим, Торонто или Монреаль, они все фактически, скажем так, пронизаны автомагистралями. То есть даже если человеку надо добраться в даунтаун, это, допустим, в центр города, то все равно из пригорода он едет, допустим, через тот же, допустим, Торонто. В Торонто едет через автомагистрали. То есть по автомагистралям едет, и у каждого, скажем так, у каждого своего там направления есть съезд с автомагистрали. Человек съезжает и не пару кварталов, там несколько кварталов проезжает уже по непосредственно улицам обычным, да, каким-то. Там, где он там тормозит на светофорах, разгоняется и так далее. Поэтому, как правило, 85-95% пробега у многих канадских автомобилей все-таки это магистральный пробег. Вот. Ну и какие-то там 5-10-15% это уже там по городу, скажем так. Вот. Поэтому обратите на это внимание, это очень важный фактор. В общем, вот это получается ВИН-код машины. 3,5 балла состояния. Машина продается 21 числа. А примерная цена на эту машину может быть, ну, наверное, под ключ около 21 тысячи долларов США. А вот это вот S-Line 2012 года может получиться уже в Украине со всеми расходами. Давайте ее посмотрим. То есть, видите, цвет у машины blue. Вот здесь вообще непонятно, что он blue. Ну вот здесь понятно, что он был. Черный салон. Как вы видите, черный потолок. Руль уже все это нового типа идет. Вот у нее вот эти вот угол мертвых зон. Куча всяких опций. Подогревы, понятно, что руля и сидений. Вот, кстати, видите, у нее вентиляция и получается и подогрев сидений, то есть у этой машины. Ну, хорошая штука, хорошая тема. Парктроники, камеры и так далее. Машина заведенная, как вы видите. Кстати, вот редкое явление, чтобы не горели check engine у них. Но, видимо, аккумулятор хороший, хорошая аккумуляторная батарея. Вот чистый, кстати, 12-й год, видите, второй месяц. Ну, тоже для кого-то очень полезная тема. Ну, вот видите, кстати, сразу здесь можно понять, что хозяин у этой машины был очень педантичным, бережливым человеком. Видите, сколько коврик купил. Причем коврик этот, компания Husky или там Afotech, допустим, вот этот вот. Или WeatherTech, вот этот есть у нас компания. То есть, ну, вот это зимний коврик, на который там, скажем, видите, он с бортиками идет. Чтобы если там что-то там разлилось, чтобы вода-то не вытекала. Нормальная штука, кстати, хороший очень коврик. Он стоит денег. В общем, 3,5 балла состояния. Ну, вот смотрите, если вам такая машинка нравится, вы нам дайте знать. И у вас шанс есть ее приобрести 21 числа на распродаже на аукционе Манхейм, Торонто. Обращайтесь. Продавец Volkswagen Group Canada. Бежим дальше. Следующая у нас машина Audi Q7 2011 года. Ну, это премиум комплектация, это не S-Line. Вот что она себе представляет. 202 тысячи километров пробег. Коричневый салон. Сколько ключей у нее, слушайте, редкое явление, чтобы столько прямо ключей было.
семиместная машина. Ну вот, смотрите. Так, чтобы сильно долго не затягивать. Примерная цена на такой автомобиль будет, ну, где-то, наверное, около 18-18,5 тысяч долларов США. Можно ее попытаться купить. Под ключ уже полностью в Украине со всеми расходами. Бежим дальше. Следующая машина у нас тоже не S-Line, это обычная премиум. Ну, обычная, необычная, то есть как бы она в принципе, по-любому необычная. У нее куча опций будет, и, которые вас удивят при этом. 184 тысячи километров пробег. Вот ее ВИН-код этой машины. 21 числа продается аукцион Mannheim в Торонто. Продавец уже понятно кто. Volkswagen Group Canada. Ну вот она. Давайте по кругу пройдемся, посмотрим эту машину. Черный салон. Панорамная крыша у всех. Пневмоподвески нету. Подвеска живучая, скажем так, до безобразия. Коврики все, видите, причем коврики зимние и летние. Очень интересно. Подогревы задних сидений. Вот если вот я приближу, вот бублики там такие, видите, крутятся. Вот эти бублики, человек регулирует себе температуру сидения заднего. Ну, такую машину 2011 года, 183-184 тысячи, ну, можем примерно постараться сделать около 18,5 тысяч долларов США под ключ в Украину. Вот с ее оригинальным пробегом, без всякого дрежа, не битая, не крашеная, не утопленная, какие-то там, скажем так, и чистая европейская машина. Все в километрах, все в Цельсиях и куча опций, которые могут быть только в Канаде. Подогревое сиденье. Все-таки у нас северный пакет опций практически у всех машин. Ну окей, бежим дальше. Дальше. У нас вот такая красавица. 2012 года. Audi S-Line. По значочку сразу видно. Это. Пробег маленький. Ух, 164 тысячи километров. Ну, совсем маленький пробег. Ну, такая машина уже с таким пробегом. Сразу могу сказать, что она будет стоить подороже намного. Намного дороже. У нас цена все-таки напрямую зависит от пробега, понимаете? Так как здесь не дурят, люди понимают, что с Carfax это достоверная информация. Значит, все четко, прозрачно, без всяких, как говорится, обманов и вариантов. Вот. Ну, такая машина уже будет стоить, наверное, 22, может быть, даже 23 тысячи долларов. От 22 до 23 вполне реально с ней вписаться уже под ключ в Украине. То есть, кому нравится, пожалуйста, вот есть шанс ее купить. Причем реальный шанс купить ее. Показывают диски, видите, все, резину. Ну, кого, допустим, заинтересует машина, мы предоставим отчет о состоянии и проконсультируем уже отдельно. 21 числа, во вторник, она продается в городе Торонто, Mannheim. То есть мы можем ее купить без всяких проблем. И, естественно, сделаем полную логистику под ключ. Даже можем сделать доставку до вашего города. Бежим дальше. Следующая машинка у нас тоже такая же, брат-близнец, фактически 12-й год. Audi Q7, дизеляка тоже, но пробег еще меньше. Видите, у нас сейчас получается идет все на, как говорится, на уменьшение пробега. То есть мы начали с самого большого, с огромного, и идем все ниже, меньше. Соответственно, они все дороже и дороже получается, понимаете? То есть вот, машина продается тоже 21 числа на аукционе Mannheim Торонто. Вот ее ВИН-код. Если вам понравилось, вот сделайте нам скриншот всей этой картинки, либо отправьте нам ВИН-код, мы вам дадим информацию по этой машине. Смотрите, такую машину можно уже сделать под ключ примерно, ну, наверное, как и тут уже машину, примерно до 23. Да, вполне реально ее сделать уже в Украине под ключ. То есть вон с черным потолком, панорамная крыша, черный салон. Ну, скажем так, давайте так скажу. Может быть, не 23, может быть, и меньше получится. Но все-таки, знаете, чтобы не тешить себя надеждами, цены
слишком низкие не стали сейчас. Вот, ну и пробег. Пробег маленький все-таки. Все-таки это как бы уже обновленная версия автомобиля. Вот, поэтому я думаю, что она может пойти от 21 до 23 вот в этом диапазоне. То есть повезет, будет 21, не повезет, так вот будет 23. Ну окей, идем к следующей машине. Кстати, я подобрал вам парочку пассатов, будут продаваться. Ну, там продаются и джеты, там продаются и даже гольфы вот такого, да, и А3, А6. Ну, парочку просто машин пассатов популярные, нас часто очень спрашивают. Вот это тоже дизельный Passat. Вот, как вы видите. С коробкой автомат. 13-й год. Хорошая тоже комплектация. Там подогревы сидений. Всякие там куча цацок наших канадских. Вот. Ну, факт в том, что такую машинку можно недорого сделать. Ну, то есть, вот такая машина 144 тысячи километров, она будет в пределах там 10 с копейками долларов США уже в Украине со всеми расходами. То есть, если вам такая машина интересна, пожалуйста, скидывайте нам ВИН-код, обращайтесь, делайте скриншот и отправляйте нам. Бежим дальше. Дальше другой Passat тоже, видите, комплектация Highline, белый, ну, бежевый салон, редкая комбинация, кстати. Ну, а пробег вообще уже там 138 тысяч километров. Совсем маленький. Вот. Ну, такую машину можно тоже где-то сделать примерно до 11. Уже под ключ в Украине. 11-11,5, может быть, так, плюс-минус. Под ключ в Украине вот, такая вот такой прекрасный автомобиль. Нам нужен только ВИН-код. Нужен либо скриншот. Бежим дальше. Снова Audi Q7. Но вот это вот Audi Q7, уже видите, это тоже S-Line. Уже даже с подножками. Диски уже такие гламурные от 14-15 года. Это 12 год. Но пробег маленький очень же. Все, пошел уже пробег 137 тысяч километров. Ну, такая машина однозначно будет стоить где-то примерно от 23 тысяч долларов США под ключи вверх. То есть уже пошли на подорожание. Вот эти, с маленькими пробегами, естественно, дешево они не будут продаваться. Потому что они хорошо заходят и во внутренний рынок Канады, хорошо здесь продаются. Ну, вот посмотрите. Покажу, тоже 12-й год, причем чистый 12-й год. Третий месяц. Машинка семиместная. Ключей масса. Вот. Вот такая вот интересная балалайчка. То есть, вот ее ВИН-код. Продается она тоже 21 числа в городе Торонто на Манхейме. Вот делайте там скриншот, отправляйте, если она вас интересует. Мы вам скинем информацию по ней. Окей, следующая машинка у нас 10-й год. С пробегом тоже 136 тысяч километров. Но это комплектация. Комплектация обычная, видите, премиум. То есть я смотрю, что значка вроде не видно там. S-Line. Вот она. Вот смотрите, сколько ключей у нее. Вот. Ну, смотрите, по ней, что по ней. Она, кстати, чисто пятиместная. По ней мы вам предоставим отчет о состоянии, если интересует эта машина. Вот у нее 3,6 балла. Это ВИН-код. Вот. Ну, она будет стоить тоже 10-й год. Ну, может, чуть меньше 20, конечно. Тысяч, может, 18 с копейками. Ну, тоже будет стоить денег. 18-19 в этом диапазоне. Потому что у нее маленький пробег. Окей, бежим дальше. Следующая у нас красавица. Нефертити. 2011 года. Q7, S-Line. Черная-черная машина. С такими дисками гламурными. От 15 года, 14. Ну, тоже пробег ничего. 133 тысячи километров.
Я вам показываю это же. Чисто 11 год, как они показывают тоже, видите, заявляют. Все таки есть. Вот, смотрите. Такую машиночку можно сделать 11 год. Ну, наверное, тоже, наверное, где-то до 19 уже. До 19,5 даже. 19-19500. Она получится уже у вас в Украине, в Одессе со всеми расходами. То есть, ну вот, в принципе, думаю, так, наверное, около все-таки 19-19500 долларов США будут на вот под ключ. Окей, бежим дальше. Опять Volkswagen Passat. 13-й год. 128 тысяч пробег. Дизель. Это дизельная машина. Экономия. Экономичная машина, мощная. Приятная тарахтелочка. Ну вот смотрите. Такой Passat можно сделать где-то до 11 тысяч долларов США под ключ. Если интересно, обращайтесь. Все-таки мы сделали немножечко парочку, скажем так, других машин выбрали. Там есть, кстати, еще А6 дизельный. А3, там джеты, гольфы, что-то еще там было. Ну, на самом деле, есть небольшой выбор, но так как больше всего спрашивают Q7 и Touareg, мы все-таки, когда видим распродажу, делаем вам рекламу по этим машинам. То есть не все созревают молниеносно, у кого-то какие-то там финансовые, может быть, заморочки. Вот. А у кого-то они потихонечку распогодились, и вот человек уже увидит обзор и может купить свободно. Переходим к следующей машинке. Следующая машинка у нас Q7, S-Line. Нет, не S-Line, это просто премиум. Вот так вот. Вот ее ВИН-код. Всего 127 тысяч пробег. Совсем маленький, кстати. Давайте посмотрим, что она себе представляет вообще. Ну, причем, видите, как чистый 12-й год. Такое тоже бывает, оказывается. Куча ковриков зимних. Видите, семиместная. Неплохо. Ну, вот такая машинка 12-го года. Я даже боюсь озвучить цену. Не знаю, сколько она может стоить такая с маленьким пробегом. То есть, наверное, 1022, наверное, может, можно попытаться сделать. Где-то около 22 можно попытаться сделать такую машину. Давайте посмотрим. Если она вас заинтересует, вы нам напишите. Нам что вообще самое главное? ВИН-код машины или скриншот всей странички. Мы вам ее скинем, по ней больше информации. Бежим дальше. Следующая машина у нас Q7. Q7 11-го года. По-моему, да, это S-Line. Это S-Line. Давайте фотографии посмотрим ее. Так, у нас получается 117 тысяч пробег всего лишь. Пробег, конечно, маленький. Маленький пробег, выше цена. Такая у нас закономерность тут. И ничего с этим не поделаешь. Люди хотят маленькие пробеги. Вот. Всякие ключей. Ну что. 4,5 балла состояния. Слушайте. Это редкость. Это очень крутое состояние автомобиля. Потому что обычно, ну, скажем так, не то, что обычно, а вообще редко такое бывает, чтобы такой был хороший балл. 5,5 это самое лучшее, это новая машина. А 4,5 это почти новая. Поэтому она будет стоить денег по-любому. То есть халявы с ней не будет однозначно. Вот. Но я так думаю, что она меньше 19 будет в Украине. Давайте попробуем. Если она вам понравилась, вы нам напишите. Вот. Ну, главное, заранее все пишите. Она продается 21 числа в городе Торонто. Вот. И мы попытаемся поанализировать и выслать вам всю эту информацию. Condition report и так далее. Окей, бежим дальше. Дальше у нас вот эта прекрасная, распрекрасная красавица.
Даже не знаю, что вам сказать по ней, если честно. Сколько она будет стоить? Она 2014 года, как вы видите. Да? Вот. А 2014 года это уже по определению сразу дорогая будет машина. То есть она не будет дешевая. Вот ее ВИН-код, пробег 116 тысяч. Ну, не знаю, сколько она может уйти. Я не знаю, сколько она может уйти. То есть я думаю, что, наверное, около 25. Ну, может быть, дай бог, а может и дороже. Ну, вот так, скажем так. Давайте попробуем спрогнозировать диапазон цены 24-26. Вот в этом диапазоне, думаю. Ну, скорее всего, если 24 купить, это прекрасно будет цена. Семиместная машина. А может быть, все-таки дешевле будет. Тут неизвестно, как повернутся торги. Будет дешевле, вы будете в огромном выигрыше. Машина хорошая, очень классная. 14-й год все-таки. Причем, видите, третий месяц 2014 года. Чистый 2014 год. Бежим дальше. Q7, 2012 года. Комплектация премиум, 3,8 балла состояния, 112 тысяч пробег, вот ее ВИН-код. Ух, не смогу спрогнозировать цену на нее, честно скажу. Пробег маленький, балл хороший. Чистый 12-й год, как вы видите. Ну, не знаю, может быть 1023. Получилось бы она под ключ в Украине. Может быть меньше даже, чем 23. Вот, но плюс-минус где-то так, я думаю. Все-таки 3,8 балла, это хорошее состояние. Ну, давайте сделаем так. Если она вас заинтересует, вы нам скидывайте, пожалуйста, ВИН-код. Вот, и мы вам дадим по ней полную информацию. Окей? Бежим дальше. Следующий вариант это Audi Q7. Это уже S-Line. Но это точно будет дорогая корова. 13-й год. Видите, какие диски у нее супер-бупер. 3,5 балла состояния. Всего 104 тысячи километров пробег. Видите, руль какой у нее красивый. Все в километрах, кстати, вот видите, все в литрах, градусах Цельсия, видите. Никаких миль, никакое там непонятно что, как в США. Ну что? Сколько же может такая красавица пойти? Не знаю. То есть я думаю, наверное, что-то она по 24 будет стоить уже в Украине. Может, так где-то, может и выше. Может быть и выше даже, если честно. Ну, наверное, за ориентир надо брать 24 и пытаться. Получится 24, это тогда будет у вас радость. Не забывайте, что продается это все в Торонто. На распродаже большой Volkswagen Credit Canada. 21 числа во вторник. То есть не пропустите. Идем дальше. Дальше у нас Q7, 13-й год. Ну, пробег уменьшается, видите. Цена увеличивается. Но это не S-Line, значит, она будет дешевле. Ну, наверное, 23-24 вполне реально сделать цену на нем. Под ключ, я имею в виду. И пробег 94 тысячи. И состояние 3,8 балла. То есть это очень хорошее состояние. Ну, а что тут говорить? Пробег маленький все-таки, как ни крути. Семиместная, кстати. Ну окей, бежим дальше. Q7, 13-го года. Все, слушайте, пробег все уменьшается и уменьшается. Задача усложняется и усложняется. Мне тяжело, скажем так, подкалькулировать, за сколько может уйти машина, когда у нее маленькие пробеги. Она, вот видите, получается снаружи черная, написано, внутри бежевая. Ну, это получается не S-Line, соответственно, такая комбинация цвета.
Ну, вот за такую машину, наверное, за 24 можно попытаться, за 24 можно попытаться ее выиграть. Я имею в виду, от 24 ее можно, в принципе, под ключ привезти в Одессу, в Украину со всеми расходами. Имеется в виду, что выиграть и привезти, и все. При этом все получится. Ну вот, то есть такая машина. Нам нужен ВИН-код. Если она вас заинтересовала, мы скинем по ней информацию. ВИН-код или вот скриншот. Бежим дальше. Пошли, видите, 13-е года машин. Ну вот смотрите, вот это... Я не знаю, за сколько такая машина может продаться с таким пробегом на аукционе. Вот. Но... Наверное, все-таки пробег очень маленький, 85 тысяч километров. Наверное, пойдет, скорее всего, для внутреннего рынка. И состояние у нее 4,7 балла. Ну, то есть это идеальное состояние машины. Почти новая, из пяти возможных. Чистый 13-й год, как вы видите. Ну вот, машину прикурили, аккумулятор слабый, вот они, все лампочки зажглись, видимо, как гирлянда. Надо будет это все уже, как говорится, стирать. Машина семиместная, видите, сразу видно по ремням. Наверное, она все-таки получится под ключ от 25 тысяч долларов в Украине. Наверное, так где-то около, от 24, может быть, от 25, вот так и вверх. Но я раз от 24 вполне реально сделать такую машину в Украине. Окей, в общем, если она вас заинтересовала, вы нам пишите, ВИН-код скидывайте скриншот этого лота и дальше проработаем. Бежим дальше. Следующая машинка, 10-й год, Audi Q7. Тоже дизеляка. 84 тысячи пробег. Но это 10-й год, по-любому уже не так дорого будет, как 13-й. Потому что это до рестайлинга. Да, это S-Line. Но я думаю, что вполне реально, даже если такой пробег маленький и 3-4 балла состояния, ну, наверное, она будет все-таки до 20 под ключ уже, может быть, даже меньше в Украине. Может, даже 19 будут под ключ в Украине. 84 тысячи пробег. Но все-таки по-любому, как ни крути. Давайте покажу вам фотографию. Да, тоже видите, как этот хозяин любил свою машину. Купил коврики тоже. А вот это хаски. То есть это дорогие коврики. Хорошие дорогие коврики, из которых не выливается, ну, там вода, грязь. Ну, окей, бежим дальше к следующей машине. Ох, задача усложняется, слушайте. 14-й год. 14-й год с таким малюсеньким пробегом 83 тысячи. Семиместная. Ну что, 2,7 балла стоит. Наверное, под ключ она будет от 26, 20, вот так где-то. И вверх, а может от 27 долларов США уже, имеется в виду в Одессе, под ключ разгружены, оплачены все там растаможки, портовые, брокерские. Бежим дальше. Ох, а дальше на каких-то таких дисках интересных машина. Видите, какие диски. А вот эта машина вообще 15-го года. 79 тысяч пробег. Ну, это точно уже, наверное, под тридцаточку пойдет. А может, чуть меньше. Хотя это не S-Line. Наверное, может и дешевле пойдет. Да, ну, наверное, скорее всего, будет дешевле, чем 27, может быть, будет. 15-й год.
Семиместная, видите. Ну, наверное, все-таки под 15 она пойдет. Вот, сори, 15-й год, наверное, под 27 она пойдет все-таки больше. Под ключ. Диски такие гламурные у нее. Ну, окей, если она вас заинтересовала, давайте ВИН-код и скриншот с экрана, мы вам дадим всю информацию по этой машине. Бежим дальше. Вот 15-й год, War Spring. Тоже Q7. Причем это S-Line. 77 тысяч пробег. Ну, такая уже все. Точно железная, она будет под 30. Под 30 долларов США уже в Украине со всеми расходами. Но будет она стоить по-любому, как ни крути. Поэтому, если вы хотите такую дорогую машину, конечно, мы в индивидуальном порядке вам предоставим информацию всю по ней. Расскажем, проконсультируем, но она будет стоить денег по-любому. Бежим дальше. Следующее, 13-й год. Комплектация премиум. Пробеги уменьшаются все меньше и меньше. 71 тысяча, ё-моё. Ну, вот такая машина 13-го года. Ну, не знаю, 24-25 будет стоить уже под ключ. Вот с ее оригинальным пробегом. Без пневмоподвески, дизельная. Как вы видите, он дизельный мотор. 4,2 балла состояния. Ну, то есть это из 5 возможных. Это, в принципе, супер какой-то. Очень хорошее состояние машины будет. Новенькое будет по состоянию. Манхейм все-таки придирчиво приценивает эти все машины, оценивает, инспектирует. Идем дальше. Ох-ох-ох, следующее. 15-го года, 3,5 балла состояния, еще меньше пробег, 67 тысяч километров. Не знаю, что сказать, сколько она будет стоить. Она будет стоить денег по-любому. 27, может быть, будет стоить под ключ. Давайте сделаем так. Если вас заинтересует такой автомобиль, 15-го года. Вы просто с нами свяжетесь, и мы в индивидуальном порядке сядем, вот так проанализируем, посчитаем, сколько она более точно будет получаться в Одессе со всеми расходами. Не просто от балды, а будем как-то немножко анализировать вот эти дорогие машины. Идем дальше. Следующий у нас тоже. S-Line, War Spring. 15-го года. 65 тысяч пробег. Ну, не знаю, что сказать. Будет она стоить меньше 30, конечно. Но ближе к 30 все-таки, как ни крути. Она по определению дешево быть не может. Ну, такая вот цаца. Окей. 65 тысяч километров. Хорошо, давайте переходим к последнему, следующему. Как говорится, лоту 2013 год Audi Q7, 64 тысячи пробег. Видите, все на уменьшение. Там было 360, а здесь осталось 60. Ну вот, это не S-Line, как вы видите, но комплектация премиум. И 64 тысячи пробег. Ё-моё, вообще новая машина. Ну что? Ну вот, прогноз цены. Давайте, исходя из прогноза цены, ну, может быть, 23-24 такая машина встанет уже в Украине. Со всеми расходами. В принципе, попробовать можно. Ну вот, как говорится, все. Вот эти машины, вот эти Q7, в основном, видите, на этой распродаже все-таки Q7 дизельные. И для любителей Q7 это прекрасный шанс. Как раз сейчас такой момент отпусков, люди поуезжали многие, хотя они ездят все по Канаде, в Канаде, кто куда там. Ну, кто-то, кстати, улетает на отдых. Так вот, сейчас цены пойдут вниз, сейчас цены уже начали идти вниз немножко, поэтому у вас есть шанс отовариться по очень хорошей цене.
и радоваться еще этим летом ездить на ней, на любой из этих машин. Ну что, мы вам желаем прекрасных выходных. Вот обзор у нас, в принципе, был. Много было машин. Именно вот этих от Volkswagen Credit Canada. Тут распродажи, видите, когда появляются, мы, в принципе, распродажи ставим приоритетом, поэтому выставляем. Да, мы только их и показываем, получается, когда они продаются. Но вы не забывайте, что когда-то это все закончится, рано или поздно, и эти машины распродадутся, и будут уже другие совсем машины, поэтому мы как раз людям, нашим клиентам всем рекламируем именно эти распродажи, на которых продаются Volkswagen, Audi Group. То есть вот, собственно говоря, подошло к концу все наше, весь этот обзор. Вам прекрасных выходных желаем. Вот. И, в принципе, звоните нам, не стесняйтесь. Наш часовой пояс, мы по Монреалю находимся. Это точно такое же время, как в Нью-Йорке. От украинского времени минус 7 часов. То есть, если у вас 5 вечера, у нас 10 утра. Если у нас 12 часов дня, у вас 7 часов вечера. Вот. Мы начинаем работать с 10 утра. Звоните нам. Мы до позднего вечера на связи. Телефон Виталия на сайте есть. И мой телефон на сайте есть. У нас все эти говорилки, вайберы, телеграммы, ватсапы. Все подключено к нашим телефонам. Поэтому мы вам будем отвечать сразу, как вы наберете нас и обсуждать все вопросы, которые вас интересуют. Ну, все. Спасибо вам большое еще раз за уделенное время. И не пропускайте варианты хорошие. У вас есть шанс хорошую машину купить. Пока-пока. До следующей встречи, до следующей недели.